представляет мультфильм режиссеров Уильяма Ханна и Джозефа Барбера. Гусь отправляется на юг. Да, господа, это дикие гуси, и они отправляются на солнечный юг. Каждый год, при наступлении зимы, огромные стаи этих птиц отправляются на юг, к южным болотам, где они могут купаться в лучах ласкового тропического солнца. Это огромное событие в мире животных, все хотят в нем участвовать, но не все умеют летать. Попутчиков не берем. Абсолютно никаких попутчиков. Извини, приятель, но понимаешь, я с удовольствием тебя подвез, но я тороплюсь, и вообще нам с тобой в разные стороны, так что понимаешь, так что ж извини. Да, явно путешествие будет медленным. Но дорога все-таки идет в юг. На юг, Техас, через знаменитые голубые горы и через Вирджинию. Вот он проходит мимо хижины увольня горца, который говорит со своим проблемным ребенком. «Зак, ты должен работать, чертов ты лодырь! Ты должен вылезти из этой колыбельки и начать работать, как взрослый человек. Давай, вставай, работай!» А зачем, папочка? А еще глубже в горах он встречается со знаменитым самогонщиком, который скоро узнает, что ему не избежать длинной руки закона. Ну вот, наконец, нашему маленькому путешественнику удалось, наконец, насладиться знаменитым южным гостеприимством. Ну что ж, и, сынок, ешь арбузик, да? Тебе он нравится, да? Сочный, да? И ведь ты не собираешься платить за него, да? Да какого черта ты здесь делаешь? Пошел вон отсюда, воришка! Экспресс без остановок наш маленький друг проходит через Кентукки. Через солнечный штат Теннесси. Джорджи. Он на минутку останавливается. Потом переводит дух в пригороде Атланты. Это песня юга. Привет всем. Извини, приятель. Я бы сразу не подвез, но, понимаешь, я опять не в ту сторону тороплюсь, и вообще, так что же, извини. А вот два знаменитых южных джентльмена, самых вежливых джентльменов на свете. Ваша очередь, сэр. Нет, вы первый, сэр. Нет, нет, ни в коем случае, сэр. Вы первый. Очень хорошо, сэр. Если вы настаиваете, сэр. Извините меня, сэр. Разумеется, сэр. А вот знакомая картина. Свободные и счастливые сборщицы хлопка. Я слышал, у тебя проблемы с воспитанием детей, Симбилу.
Да не, что ты, милочка, они у меня все учатся на телефонистов. А наш маленький путешественник все ищет попутную машину. Ну-ка, посмотрите. А, это опять ты. Ну, понимаешь, я бы с удовольствием подвез тебя, но нам опять с тобой в разные стороны. Так что ж, извини, парень. А вот это будет очень интересно. Обширные поля табака, но даже еще более интересно, это табачные работники, те, кто работает на табачных полях, которые, похоже, изобрели свой собственный язык, понятный только им. Последний этап нашего пути проходит сквозь эти затянутые туманом болота Флориды. Здесь каждый шаг связан со смертельной опасностью. Вы только поглядите вон туда, в сторону. Вот, видите, девочка сидит в разинутой пасти аллигатора. Невинное дитя, быстрее, беги оттуда. Это не аллигатор, это просто коряга. Это аллигатор. Нет, это коряга. Это аллигатор. Похоже, что я ошиблась, вы знаете. Наконец, наше долгое путешествие пришло к концу. И вот наш маленький путешественник сидит в этом земном раю. Все его неприятности позади, и наконец он вкушает заслуженный отдых. Смотрите, снова этот человек. Опять это ты. Да, извини, приятель, я с удовольствием тебя подвез, но понимаешь, нам с тобой опять в разные стороны, так что ж извини. На помощь, Тану, спасите, спасите. Извините, приятель, с удовольствием спас бы вас, но не могу, мне как раз в другую сторону.